бьет в голову. Но все равно продолжает двигаться. Дима, нам нужно бежать отсюда. Покинь это место! Что ты делаешь? Он съел твои глаза, успокойся, не кричи! Всем привет, ребята! Меня зовут Ирина Ясинская, и сегодня мы будем делать куклу Вуду на куклу Чаки. Ребята, это очень серьезно, это не шутки, и для этого обряда нам сегодня будет необходимо убраться в заброшенный лес, и именно там провести этот обряд. Я шила эту куклу целый день, то есть целые сутки, поэтому, ребята, вчера не выходило видео, оно вышло только сегодня, потому что, чтобы изготовить куклу Вуду, требуется очень много разной атрибутики, разных артефактов, которые необходимо, ну, для начала найти, а потом приобрести. Итак, в этой кукле Вуду есть все для того, чтобы привязать ее к настоящей кукле Чаки. И, ребята, я не знаю, что из этого выйдет, потому что может случиться все, что угодно, потому что вы знаете, что кукла Чаки – это убийца, который может абсолютно все, что угодно, поэтому что и как будет происходить, вы увидите, если посмотрите это видео до конца. Ну а прежде чем мы отправимся в этот лес для того, чтобы провести обряд, я попрошу вас прямо сейчас подписаться на мой канал, сделать красную кнопку серой и обязательно поставить лайк этому видео, потому что если вы не поставите, вы не узнаете, когда будет мое следующее видео, потому что YouTube видит, что если вам нравится, и он вам будет присылать все мои видео. И также, ребята, не забывайте подписываться на мой второй канал Ясинская Пэтс, где я снимаю также страшные истории, очень интересные, так что переходите по ссылкам в описании после того, как посмотрите это видео до конца. Ну а мы начинаем. Ребята, с собой мы обязательно возьмем вот такую вещь для обряда. При помощи вот этого порошка мы нарисуем пентаграмму сейчас на снегу для того, чтобы призвать. Это я тоже приобрела на черном рынке. Обязательно булавы для проведения обряда. Свеча. И, ребята, дымовая шашка необходима для того, что если вдруг Чаки не будет контролироваться там как-то куклы Вуду, что я его открою и дымом отпугну. Это даст нам некоторое время, чтобы мы могли вернуться домой и завершить полностью обряд тогда при помощи доски Уиджи. В общем, я надеюсь, что все будет хорошо, до этого не дойдет, но все же мы берем это с собой. Все это собираем, куклу, порошок, и выходим. Итак, ребята, мы решили куклу Вуду на Чаки заговорить в одном из заброшенных домов, ребята, потому что до леса мы не смогли добраться, так как почему-то у нас сломалась машина, а ехать до него очень далеко, поэтому мы подумали и решили, что заговаривать куклу Чаки мы будем здесь. Кукла Вуду, заговариваю тебя на Чаки. 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 Получилось? Подожди. Надо зажечь еще свечу и провести обряд с иглами. Вот здесь иглы. Сейчас я зажгу свечу. Должна зажечься. Пока свеча горит. Кукла Вуду, заговариваю тебя на куклу Чаки. Один глаз. Кукла Вуду, заговариваю тебя на куклу Чаки. Второй глаз. Кукла Вуду, заговариваю тебя на куклу Чаки. Сердце. Кукла Вуду, заговариваю тебя на куклу Чаки. Он пришел? Слышишь? Я не знаю. Звук какой-то странный. Мы должны проверить только то, чтобы кукла Вуду смогла
против Чаки противостоять. То есть она должна быть против него. Я должна управлять ей, управлять Чаки с помощью этой куклы. Должно все получиться. Пойдем туда посмотрим. Мне кажется, там что-то видно. Куда прыгнул? Мне кажется, он там был. Я не знаю, как проверить, управляется ли он или нет. Давай пройдем туда. Слушай, погоди, если он управляется, смотри, смотри, сейчас я как сделаю. Я сейчас его вот так спрячу, смотри, смотри, я прячу, и да. Вот так вот он выглядывает. Выглядывает? Нет, пока. Не было ничего, все. Да? Дим, ты видел его? Дим, ты видел его? Давай еще раз попробуем. Это Чаки! Выходи, Чаки! Смотри, я вывожу куклу, и выходит Чаки. Выходит Чаки. Сейчас я ему... Давай ему попробуем руку выкрутить. Раз! Вторую руку. Два! Так, руки оставляем в покое. Почему-то он идет на нас. Ногу! Раз! Встает, опять он встает. Черт! Ноги двигаются, но он продолжает идти. Я не знаю, что делать, голову. Но он все равно продолжает двигаться. Дима, нам нужно бежать отсюда. Дим, я не могу его остановить. Я могу скручивать ему руки, ноги, голову. Но я не могу его остановить. Он продолжает идти за нами. Давай шашку, скорее, шашку. Я не знаю, где Дима, она. Он продолжает бежать за нами. Нам нужна шашка, дымовая шашка, скорее! Бежим скорее сюда, здесь Дима, посмотрим. Дима, нам нужна дымовая шашка, чтобы у нас было время, чтобы убежать. О, черт, нет, он бежит за нами. Дима, вот он. Давай быстрее, Ирин, давай быстрее. Раз, два, три. Черт, она не сработала. Ничего не помогает, нам нужно бежать домой. Бежим, 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 бежим. Ребят, это просто жесть. Я не знаю, куда делся Дима. Ничего не помогает, даже шашка дымовая. Я не знаю, что делать. Черт, надо искать срочно доску Инджи. Ребята, черт, где доска, где доска? Черт, где доска? Доска. Так, доска, срочно нужно отозвать. Отозвать Чаки, открыть портал. Это просто жесть, ребят. Просто жесть. Ребят, нужно это сделать. Пока этот чертов клон не пришел. Кукла Чаки, убирайся обратно в свой дом. Нет! 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 Вот здесь! Убирайся! Что тебе нужно? Ребят, мы не успели на полтора раза произнести. Нет, ребята! Мы не успели! Нет! Нет, пожалуйста! Нет! Отпусти меня! Черт! Куклу буду покинь это место! Нет! 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 Кукла Буду! Покинь это место! Нет! Покинь! Нет! Нет! Что ты делаешь? Что ты делаешь? Жрешь мои глаза! Что ты делаешь? Больно! Глаза! Глаза! Ай, больно, глаза! Глаза, глаза! Он жрет мои глаза! Я ничего не вижу! Убирайся! Кукла Вуду, покинь это место! 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 Я ничего не вижу! Я ничего не вижу! О, боже, я ничего не вижу! Я ничего не вижу! О, черт! Дима, это ты? Дима! Дим, это ты? Дим! Да, Ирина, ты слышал? Дим, он был здесь, я еле-еле успела, где ты был? Что произошло? Почему мы потеряли? Я не знаю!
Я не знаю, что с глазами. Покажи, покажи я глаза. Я не знаю, болит, больно, щипит. Успокойся, успокойся. Что с твоими глазами? Я откуда кровь? Я не знаю. Больно. Больно. Нет, 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 больно, нет. Что там? Что там? Он съел твои глаза. Успокойся. Он съел твои глаза. Успокойся, не кричи. Все, 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 я молчу. Что-нибудь дай, бинт, что-нибудь. Подожди, сейчас я принесу. Что-нибудь, вату. Вату. Что это такое? Что? Что он сделал? Он какой-то яд впрыснул мне, и мне жгло. Он что-то выплюнул изо рта в мои глаза. Помоги мне. Успокойся, успокойся. Ты видишь? Нет, я ничего не вижу. Меня видишь? Вызывай скорую, ребят, всем пока. Так, все, я вызываю скорую. Ребят, всем пока, ребят. До встречи в новых мистических видео. С вами была я, королева мистики. Не забудьте поставить лайк, пожалуйста, пока. О, боже, он съел твои глаза. Но это обман. Это... Живая. Я боюсь до нее дотрагиваться. Черт. Как она? Я не понимаю, она набросилась меня, Подожди, да, я посмотрю. Ой, мне плохо, я хочу лечь. Всем привет, ребята. Меня зовут Ирина Ясинская, и вы на моем канале. Так что подпишитесь скорее, сделайте красную кнопку серой, поставьте лайк, нажмите колокольчик. Если вы все сделали, значит, вы готовы к вызову духа. Друзья, так как сегодня воскресенье, и у меня возникла идея призвать в эту ночь Слендермена. Итак, мы будем вызывать дух Слендермена, друзья. И кратко о том, кто такой Слендермен, ведь некоторые не знают, что это и кто это. Поэтому, если ты знаешь, то напиши свою версию того, кто такой Слендермен. Я лишь знаю Слендермена по фильму, то, что Слендермен может... У него длинные руки, безликое лицо, длинные ноги, и он может воровать людей, детей прямо из квартир, похищать их в лесу. Кстати, существуют некоторые фотографии в интернете, которые свидетельствуют о том, что это не шутки, и действительно Слендермен – человек, похожий на дерево, который похищает людей. Жуть, конечно, ребята, но почему-то сегодня мне захотелось с ним повидаться. И сегодня мы с Димой отправимся в потусторонний мир, и вы вместе с нами. Погнали! Итак, у нас доска духов, и сегодня я попрошу Диму дать свою руку для того, чтобы энергия двоих помогла призвать этого злого духа. Наш круг друзей един с тобой, заблудший дух, покинь покой. Наш круг друзей един с тобой, заблудший дух, покинь покой. Наш круг друзей един с тобой, заблудший дух, покинь покой. Что, что, что это? Мы уходим это в потусторонний мир. Нет. В потусторонний мир. Ирина, где мы? Что это такое? Что? Где мы оказались? Это потусторонний мир. Это зазеркалье. Здесь нужно вести себя тихо. Здесь обитают самые злые и самые необъяснимые твари. На первый взгляд может показаться, что все здесь похоже, что все здесь точно так же, как в твоем доме. Но это обман, это лишь иллюзия. Дим, ты неопытен в этих походах, в походах в потусторонние миры. Так что лучше тебе держать язык на замке. Слышишь? Эй! Эй, здесь кто-нибудь есть? Все выглядит абсолютно точно так же, как при вызове духов. Только мы, ребята, перенеслись в другое измерение.
и вернулись в то же самое место. Только здесь нас должны поджидать какие-то твари. Но в данном случае мы призывали Слендермена, и его мы будем кликать. Слендер! Слендермен! Я знаю, ты тут! Боже, мне страшно. Он может делать все, что угодно, и это достаточно опасно. Но сегодня я не боюсь так, как всегда, потому что Дима рядом, и если что... Слендермен! Слендермен, это ты? Слышишь звук? Это из комнаты. Смотрите, красная комната. Еще одна. Красный свет. Комната ада. Слендер! Слендермен, ты здесь? Офигеть, какие да. У нее длинные руки и длинные ноги. Слушай, а вдруг она живая? Я боюсь до нее дотрагиваться. Черт. Эй! Эй! Как? Эй. Как она? Не знаю. Может быть, палкой попробовать? Эй! Ребята, это просто жесть. Она ужасная. Чего ты меня пугаешь? Короче, давай заберем. Что это? Не знаю. Это звонок? Они отключены. Они отключены, но они звонили. Чертовщина. Блин, они могли звонить только если будильник был заведен. Время, блин, 15 минут шестого. И я не звонила, только мой телефон. Успокойся, успокойся, надо разобраться с куклой. Черт, 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 черт. Что делать? Я не знаю. Слушай, давай заберем ее с собой. Нам нужно вернуться обратно в свой мир. Для этого мы должны то же самое все сделать. Нужно держать ее за руку. Давай, берись рукой. Портал, откройся. Мы в наш мир вернемся. Портал, откройся. Мы в наш мир вернемся. Портал, откройся. Мы в наш мир. Ирина, Ирина, что происходит? Нет, нет, нет! Нет! Что, она напала на тебя? Убери ее от меня! Убери ее от меня! Ирина, 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 что происходит? Скорее, нужно наделать обряд. Где кукла? Где кукла? Скорее! Кукла пропала. Давай, бери доску. Портал, откройся! Мы в свой мир пусть вернемся! Портал, откройся! Мы в свой мир пусть вернемся! Портал, откройся! Мы в свой мир пусть вернемся! Я это предвидела. Достань в кармане. Марлю, Марлю достань. Черт. Она схватила меня за руку. Изо рта вырвались
изо рта. Такие зубы. Ужасные зубы. Это просто кошмар. Но самое кошмарное в том, что это кукла. Жесть. Дело в том, что мы не взяли куклу, Дима. Кукла исчезла. Кукла. Нам придется за ней вернуться. Это очень плохо. Кукла Слендермена может вернуться сама, и тогда, нам не позоровится. Ребят, вы видели ее? Это просто жесть. Как она? Я не понимаю, она набросилась меня, Подожди, дай я посмотрю. Ой, мне плохо, я хочу лечь. Мне плохо. Успокойся, все нормально. Пойдем. Сейчас я тебя перебинтую. Чем? Больше нет. Этот единственный бинт, который я нашла. О, мне плохо. Хочу пить. Где телефон? Сейчас я в больницу позвоню. Не надо никуда звонить. Нас и так за психов держат в этой больнице. Чертов телефон опять отключен. Телефон не работает. А мы точно вернулись в наш мир. А как определить? Время проверить. К зеркалу подойти. Мы должны отразиться в зеркале, ты прав. Мы должны отразиться в зеркале. Вроде все нормально. Нет, мы дома. Мы дома. Точно? Да, я отражаюсь, мы дома. Все нормально. Болит рука. Не знаю, что это было, но нам нужно отыскать эту куклу Вуду. Стой, наступишь. Или она сама найдет нас. Черт, как болит. Короче, мы будем дальше разбираться с этой куклой Слендермена. Если вам понравилось, вы хотите продолжение, не забывайте поставить лайк. Ребята, я вас очень люблю. С вами была ваша королева мистики. До новых встреч. Пока. Покажи, покажи нос. Что произошло? Всем привет, ребята! Меня зовут Ирина Ясинская. Добро пожаловать на мой канал. Если ты до сих пор еще не подписан, прямо сейчас нажимай лайк, ставь колокольчик и подписывайся на мой канал. Я вас всех очень люблю. На меня снимает мой оператор Дима. Всем привет! Кстати, меня снимает мой оператор Дима, и многие из вас спрашивают, почему он постоянно молчит. Потому что он не мой. У него такая болезнь, и поддержите лайком человека, у которого... Ну, он двух слов просто связать не может. У него умственная отсталость. Это болезнь, поэтому я его поддерживаю, он работает у меня оператором. Зачем сказал? И сегодня мы будем делать ужасные вещи, ребята. Мы будем заговаривать куклу Вуду на куклу Тиффани. Я уверена, что никто никогда этого не делал на русском ютубе. Мы будем с вами первыми. Если вам нравится быть первыми, не забывайте поставить лайк. Кукла Вуду на кукла Тиффани. Погнали! Итак, ребят, чтобы нам сделать этот обряд, он достаточно серьезный. Я беру куклу Вуду, прикладываю к ней изображение Тиффани. И самым одним из важных вещей, это является, конечно, у меня всегда при собой водичка святая, что если что, сразу все это... окропить. Так, сейчас мы зажигаем свечи. Чем больше свеч, тем... Она, наверное, вот это не сгорится. А может и загорится. Вряд ли, навряд ли. Пока, ребята, мы все подготавливаем, расскажите в комментариях, где вы собираетесь отмечать Новый год. С друзьями или дома с семьей? Мы вот, например, отмечаем всегда с семьей, а на следующий день идем гулять с друзьями. Потому что Новый год – это семейный праздник. Не обязательно все свечи зажигать, достаточно несколько. Но чем больше, тем лучше всегда. Теперь нам нужно приглушить свет, чтобы не напугать духов ярким светом. Дим сейчас приглушит свет. Ай.
Ребят, я знаю, что вы знаете, что это такое. Я знаю, что я обещала вам разыграть эту планшетку. Розыгрыш обязательно состоится в моем Инстаграм, как только Инстаграм наберет 5000 подписчиков. Так что, если вы и ваши друзья хотите стать обладателем планшетки, а также я разыграю и доску для вызова духов. Ребята, подписывайтесь, приглашайте друзей, подписывайтесь на мой Инстаграм. Итак, теперь мы берем нашу волшебную траву, поджигаем ее для того, чтобы запах привлек духов. Ага, видите, какой густой дым? Итак, доска Уиджи, доска духов, нам нужна для того, чтобы отправить, разъединить куклу Вуду и куклу Тиффани. Она достаточно очень сильный артефакт, и она помогает как призвать, так и отозвать духов. Силы, данные мне небом, силы, данные мне землей, я прошу в эту ночь этому обряду сбыться. Пусть эта кукла Тиффани с дьявольскими глазами и с сердцем самой смерти вселится в эту куклу Вуду, чтобы жить в этом мире. Я призываю тебя, кукла Тиффани, я призываю тебя, иди на свет. Требуется небольшое количество времени, пока душа услышит, что ее зовут. Но пока мы ее ждем, я решила рассказать вам небольшую историю про куклу Вуду. Если вы готовы послушать, то я начинаю. Жили-были две сестры, одна помладше, другая чуть постарше. Одна сестра младшая очень любила коллекционировать кукол, и папа из-за границы очень часто привозил ей разные-разные эксклюзивные подарки. Это были фарфоровые куклы и обычные, но главное, что эти куклы были с историей, и они были в единственном экземпляре. Но старшая сестра говорила, что куклы обладают какой-то магией, что они могут ходить ночью, что они могут говорить, что в их глазах горит огонь, и он зажигается ночью, и что в основном в кукол вселяются дьяволы. Младшая сестра не верила в это и всем сердцем любила своих кукол. На этой почве сестры очень часто ругались. Но вот однажды родители приехали после очередного путешествия своего. Они ездили в далекую страну, где на одном из проводимых, как это, Дим, называется, вот распродажи, нет, когда... Ярмарка? Нет, в общем, очень старый дом был колдуна. И у этого колдуна было очень много магических предметов. И когда колдун умер, люди стали продавать его вещи на аукционе. И вот как раз один из таких аукционов посетил отец девочек. И на аукцион представилась кукла, куклу Вуду. Она была ужасно страшная, ужасно уродливая, некрасивая. Но у нее был какой-то свой шарм, она как-то притягивала. Возможно, это была какая-то магия. И отец купил эту куклу для своей дочери и принес ее домой и отдал своей маленькой девочке. Что было потом, несложно догадаться. У двух сестер была собака, которая была дружелюбна и любила обоих девочек. Она сбежала в этот же день. Она скулила, выла, а после чего бросилась просто и не возвращалась. И также соседские собаки все покинули то место, когда принесли куклу Вуду. Но девочка, младшая сестра, так полюбила эту куклу, что не отпускала ее.
А старшая сестра догадалась, что все дело было в этой кукле. Что происходило дальше, ребята, если вы хотите услышать конец этой истории, напишите в комментариях. Ну а я чувствую, что Тиффани уже подходит, и она где-то рядом. Тиффани, пожалуйста, не злись. Сейчас я чувствую, что ты здесь. Дим! Где она? Она стоит за тобой. Стой! Не поворачивайся. Она стоит за тобой. Не может быть. Ребят, сейчас я вам покажу кадры. У нас стоит скрытая камера здесь, на холодильнике. И вы увидите Тиффани. Смотрите, что мы сейчас будем делать. Тиффани, успокойся. Сейчас мы будем выкручивать ей руку. Видите, что с ней происходит? У нас получилось заговорить куклу Вуду на Тиффани. Теперь другую руку. Рука тоже скрючилась у нее. Мы полностью владеем куклой Тиффани. Теперь ногу. Видите, что происходит с ее ногой? Мы полностью владеем, ребята. У нас получилось заговорить. Дима? Дима, что с тобой, Дима? Ребята, я не понимаю, что происходит. Дима замер. А нет. Кажется, я поняла, что произошло. Походу, Тиффани ввела Диму в транс. Черт! Черт! Черт, что делать, ребят? Что делать? Черт! Ребят, короче, я понимаю, что сейчас ничего не видно, очень опасно. Тиффани не контролируется куклой Вуду. Мы должны как-то незаметно сделать обряд. Тиффани! Тиффани! Тиффани, не надо! Тиффани, я прошу тебя! Пожалуйста! Что ты делаешь? Нет! Нет! Ирина, что произошло? Мой нос. Что? Что с твоим носом? Нос. Что? Что? Тиффани. Покажи. Тиффани. Покажи. Не могу. Она сломала мне нос. Не может быть. Покажи. Затуши свечи, она вернется. Затуши. Нос. А, черт, она сломала мне нос. Черт, это просто... Кукла. Это просто жесть какая-то, Дим. Покажи, покажи нос. Покажи, покажи нос. Что, что произошло? Как это произошло? Где я был? Блин, ты что, кровь? Вата есть? Вата. Бинт есть. Ой, жесть. Не может быть, она что, тебе нос откусила? Ой, да, что-то она повредила, что-то, я не знаю, она что... С ума сойти, этого не может быть, как она нос тебя откусила? Она повредила, на ней что-то плюют, какую-то кислоту, а не какую-то кислоту. Чаки мне в глаза в тот раз это плюнул, а теперь это... Тиффани плюнула, дай что-нибудь, тряпку что ли какую-нибудь, я еще обожглась, пока ее изгоняла, вон... Сейчас я принесу. Ребят, это просто жесть. О, расквасила, они чем-то плюются, как какой-то кислотой, что ли, у меня пол лица разъедает, потом все вот это вот вытекает, это просто жесть. На, жгут. Жесть. Короче, ребят, кружится голова. После последнего мы ездили в скорую, на нас там посмотрели, как на дураков, сказали, у вас ничего нету, и когда
приехала скорая, у меня все вообще исчезло, ничего не было. Я чувствую себя просто полной дурой. Ребят, я не знаю, стоит ли вызывать скорую в этом случае. Напишите в комментариях, но я чувствую себя очень плохо. Я надеюсь, что вам понравилось это видео. Пишите в комментариях, какую следующую куклу Вуду. Зубы, покажи зубы, она тебе не выбила? Нет, зубы на месте. Да. Короче, ребят, с вами была я, Королева Мистики. Всем до новых встреч. Пока. Черт, это вообще жесть. Как это произошло? Плюются они чем-то, плюются. Все, мы перерезали ей глотку. Всем привет, ребята! Меня зовут Ирина Ясинская. И сегодня мы будем заговаривать куклу Вуду на Гренни. Я давно проводила голосование у себя в сообществе, а также в моем инстаграм, _ Ирина Ясинская, где вы проголосовали для того, чтобы я сделала куклу Вуду на Гренни. И сейчас перед вами та самая кукла Вуду, которую мы будем заговаривать на Гренни. Гренни. Мы хотим призвать сегодня бабку Гренни. Бабка Гренни, твой дух вселится в эту куклу Вуду. И я смогу управлять тобой. Мы обжигаем наши священные булавы для того, чтобы сделать обряд. Бабка Гренни, стань этой куклой Вуду. Раз. Следующая булава. Бабка Гренни, стань этой куклой Вуду. И еще одна булава прямо в сердце, чтобы оживить куклу Вуду. Бабка Гренни, вселись в эту куклу Вуду. Кнопа. Что происходит? Шшш. Да я посмотрю. Не бойся, да я посмотрю. Иногда в глазах кошки я вижу. Посмотри на меня. Скажи мне. Скажи. Она здесь. Гренни здесь. Теперь мы сможем проверить магию Вуды на Гренни. Она чувствует души здесь. Не плачь. Слышу. В коридоре? Черт! Кто? Она там! Она не должна нас услышать, иначе нам конец! Что делать будем?
тоже ее чувствует. Кошка боится. Я не знаю, нужно прятаться. Я знаю, что в игре с бабкой Гренни мы должны отыскать ключи. Ключи или ключ. Один. Так, чтобы она не успела нас убить. Но у нас есть кукла Вуду, заговоренная на нее. Мы должны будем, если что, в самый последний момент отрезать ей голову. И тогда она уберется отсюда. Пошли. Пошли потихоньку. Тихо, тихо, тихо. Когда топот шагов будет слишком сильный, мы должны будем спрятаться куда угодно, хоть под кровать залазить. Ты понял? Понял. Сейчас я проверю. Она ушла на кухню. Давай, давай. Ключи, ищи ключи. Где угодно, я не знаю. Где ключи? Ключи. Должны ключи быть. Ключи. Черт. Она идет. Шкаф, давай, шкаф! Черт! Черт! А, ребят, короче, мы сейчас прячемся в шкафу. Так. Походу, она ушла. Шаги затихли. Выходим, быстрей! Быстрей выходим. Блин, ключ, ключ. Я не знаю. Это должен быть ключ. Дима, быстрее! Ключ, 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 ключ. Черт, что делать, что делать? Здесь нет ключа! Здесь нет ключа. Черт! Что она там делает? Нам нужно вернуться обратно в комнату. Еще на кухне. Слушай, нужно проверить. Жесть, она там. Пошли обратно в комнату. Черт, черт, черт. Что делать? Ключ, должен быть какой-то ключ. Он должен быть помечен. Он должен быть помечен Гренни. Черт, что делать? Где его искать, а? Дим! Давай в кукле посмотрим. Куклу, куклу вскроем. Заодно голову отрежу. Давай. Давай быстрее. Ничего нет. Ирина, Ирина, нет, 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 очнись! Черт, где же ключ? Ирина, мне кажется, я нашел. Вот этот ключ. Открой! 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 Открой!
засунуть в рот и прокрутить. Или что происходит? Помнишь? Бабка Гренни заколдовала тебя. Какая нахрен заколдовала? Ты что несешь? Я нашел ключ к кукле Вуду. Я только что была там. Я была ей. Я была в ней. Что, что, что тогда ты видела? Надо завершить обряд. У нее была своя кукла. Своя кукла, у которой были длинные руки и длинные ноги. Ключ нужен был для того, чтобы я вернулась сюда. Это было заданием. Она оставила куклу в коридоре. Куклу в коридоре. Нет. Там ничего нет. Там ничего нет. Нет, 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 не может быть. Это та кукла. Это что, кукла? Это кукла, которую мы заговаривали на Слендермена. Помнишь, она исчезла? Какого фига? Какого Они фига? Они родственники. Какого Гренни, фига? Бабка Гренни приперла эту куклу. Слушай, мне это все заканчивать нужно. Короче, отрезаем сейчас голову этой куклы Вуду Гренни. И все, это просто трэш. Отрезаем ей голову нафиг, блин. Чёртова бабка Гренни. Зачем она принесла куклу Слендермена? Я ничего не понимаю, чё к чему. Все, мы перерезали ей глотку. Ребят, всем привет. Меня зовут Ирина Ясинская. И у нас с Димой вообще очень крутой поворот в нашей жизни. И, соответственно, на моем канале. Потому что мой канал Ирина Ясинская. И есть моя жизнь. Моя и моего парня Димы. Друзья, просто трэш происходит. Если в двух словах, то это Вуду Квест. Вуду Квест — это одна из частей мистического квеста, где команда каких-то людей объединяется против блогеров и не дают им развиваться. Вы, наверное, заметили, что на моем канале в последнее время очень-очень маленькие просмотры. И я сейчас, наконец-то, до меня дошло, что вообще происходит. Дело в том, что однажды ночью я проснулась и увидела смс, я перешла по ссылке, и там было видео с канала Вуду Квеста, где люди в масках, ну и человек в маске говорит, что я должна участвовать в этом квесте, в Вуду Квесте, для того, чтобы спасти свой канал и как-то его изменить, изменить себя и нас. Я, честно говоря, до сих пор не представляю, что происходит, но я поставила колокольчик на этот канал, на канал Вуду Квеста, и прямо сейчас вот мы сели в машину с Димой, он ко мне приехал просто переговорить, понять, что происходит и как нам жить дальше, и у меня пришло уведомление из-за колокольчика, то, что на канале Вуду Квеста буквально вот сейчас новое, ну, видео вышло. Мы сейчас с Димой его посмотрим. Я, ну, не знаю, что там вообще происходит. Так, сейчас я его найду. Вот, он называется что-то часть 2. Короче, ребята, он называется 24 часа челлендж. Дим, тоже смотри. Приветствуется с ним. Он говорит, что мы его расстроили. Подожди, я не поняла. Он говорит, что у нас было первое задание, но мы с ним не справились. Какое задание? Нет, в первом видео, ребят, мы обсуждали просто, в первом видео он говорил, что он просит подписаться на его канал. На его канале, я не знаю, сколько подписчиков, если честно, я не слежу, но я так понимаю, что он хочет, чтобы, ну, все мои подписчики, 308к, переподписались на его канал. Я не знаю, честно, как это может сделать, но я вас умоляю и вас очень прошу, ребят, поддержите меня, потому что у нас нет просто другого выбора, у меня нет другого выбора. Я сама тоже подписалась на этот канал, поставила колокольчик, и поэтому как бы я выполняю его задание, потому что иначе как бы, ну все, мы можем попрощаться, и вообще я даже думать об этом боюсь. У меня вот, ребята, вот я, ну, камера не передаст, и у меня мурашки просто по коже, как я переживаю, как я волнуюсь. И, ну, я так поняла, что он расстроился, и он
говорит, что мы, ну, не выполнили это задание. Получается, что мало подписалось народу. Что за бред? Давай дальше слушать, что он говорит. Ребят, ну, пожалуйста, подпишитесь, я умоляю. Вам, ну, вам не сложно. Мы решили, что это шутка. Да нет, мы не решили, что это шутка. Я вам докажу. Кнопка, блин! Пипец, Дим! Это кнопка, наша кнопка! Ребят, пипец, у него наша кнопка! Просто, ребят, мы уже 2 дня не были дома, и мы сейчас с Димой встретились и хотели как раз забрать кошку, потому что она одна оставалась дома. А что это получается, что она у него, что ли, Дим? Что за бред? Ключи от дома. Нет, у меня свои ключи, вот у меня мои ключи. Блин, пипец, это вообще, это уже, ну, ни в какие рамки не лезет. У него кошка, кнопка наша. Кошечка, кнопочка, я моя маленькая, мать. Ну что, хотите узнать, как она... Ты сволочь, просто сволочь, отпусти кошку. Не трогай кошку мою. Я же согласился играть. Это не шутки, я все поняла. Я ощутил и вас. Что он сказал? Слышу. Погоди. Еще как в нашем почтовом? Что? Что в нашем? Подожди, сейчас я перемотаю. Я просто в шоке, ребят. Я просто, это просто жесть какая-то. 24 часа. Что? 24 часа на выполнение какого-то челленджа. Подожди. Где он это сказал? Я не слышала. Где? Поехали, поехали, заводи! Ребят, мы находимся, ну, просто недалеко от дома, где-то в километре. Сейчас, короче, мы быстро едем домой. Ребят, мы прямо сейчас, мы находимся в километре просто от дома. Сейчас Дима завел машину, мы сейчас подъезжаем к дому. Мы сейчас посмотрим, значит, что находится в нашем почтовом ящике, что там будет за задание. Ну, как бы я понимаю, дом уже делать нечего, кошка у него. Я даже боюсь заходить, просто теперь что делать? Сейчас мы посмотрим, проверим наш почтовый ящик, увидим, что там за задание. Ребята, тогда будем решать, что делать дальше. А вы обязательно посмотрите это видео с канала Вуду Квеста. Подпишитесь на его канал, ну, раз он так просит, потому что, ну, если вы хотите мне помочь, я вас умоляю. Это, ну, я просто не вижу другого решения. Нужно играть по его правилам. Другого выхода у нас с вами просто нет. Ребят, вы должны мне в этом помочь. Я хотела сказать, ну, нужно нам в этом во всем участвовать и так далее, потому что, ну, это просто... У нас просто нет, ну, нет выбора. Так, ребят, мы прямо сейчас подъехали к дому, сейчас пойдем с Димой к подъезду и посмотрим, проверим наш почтовый ящик. Я просто не представляю, что там может быть, друзья. И чтобы нам не потеряться, я вас умоляю, подпишитесь на мой второй канал, Есинская Пэтс. Ребят, ссылка в описании, еще раз, Есинская Пэтс, это мой второй канал. Я периодически там рассказываю страшилки. В общем, мы побежали. Вот ключ, блин. Так, у нас что-то, блин, один ключ есть. Вот. Так, мой почтовый ящик, ребят, вот он. 29, открывай. Дима, открывай, Дим, скорее. Черт. Бумажка. Нет, это какие-то просто бумажки. Карточка. Почему карточка с Пеннивайзом? Почему карточка с клоуном Пеннивайзом? Я ни черта не понимаю, при чем здесь вообще Пеннивайз? Тут написано что-то. Заброшенная психиатрическая больница. Заброшенная психиатрическая больница. 24 часа я должна провести в заброшенной психиатрической больнице. Эй, здесь кто-нибудь есть? Блин, у нас очень мало времени, 24 часа, отсчет уже начался с момента публикации его ролика, я так понимаю.
Эта больница находится очень далеко, я знаю, мы там бывали, просто снимали видео наше на канале Ирина Ясинская. Я знаю, где находится это место, туда ехать порядка 6 часов, ребята, это очень далеко. У нас очень мало времени останется, если 24 часа минус 6 часов приблизительно, сколько часов, и что мы там должны найти, Дим? 18 часов. Где-то 18 часов на выполнение этого задания, возможно даже, я не знаю, там придется в ночи что-то искать, если мы не найдем в этот период времени. Нет. Все по нами. Бежать быстрее. Открывай тачку. Черт. Ребята. Быстро. Все, сейчас надо успокоиться. Мы прямо сейчас, не раздумывая, отправляемся в эту поездку. Ребят, вот такую карточку мы нашли, вот что там в ней написано. И прямо сейчас мы едем в заброшенную психиатрическую больницу. И следующее видео уже будет то, как мы там будем выполнять это задание. 24 часа челлендж. Че, Дим? Че? А, сейчас мы поставь навигатор. Ты что, не помнишь, как туда ехать? Ребят, я вас очень сильно люблю. Подписывайтесь на мой канал, на второй канал, на канал Вуду Квеста, ребят, и помогайте. Пишите слова поддержки в мой инстаграм, отмечайте меня, и вы попадете в сторис в моем инстаграм, _ Ирина Ясинская. А мы продолжаем проходить этот мистический квест от Вуду, от куклы Вуду, друзья, и я уже запуталась, потому что мне кажется, что это не кукла Вуду, мне кажется, что это клоун Пеннивайз. Погнали. Ребят, мы... Не замедляя просто, мы сразу приняли решение с Димой, да, Дим? Кошки нет, он украл кошку. Да, ну просто уже, ну как бы, ладно, мы виноваты, возможно, что-то не так, но я не чувствую, ребят, себя виноваты. Я снимала видео, те, которые мне нравились, и я хотела, чтобы на мой канал подписывались те люди, которым нравятся эти видео, мистические, где-то жуткие, где-то страшные. Я никого не заставляла подписываться на мой канал. И какой-то псих решил, что мой канал подлежит блокировке, что там что-то его не устраивает, какой-то мой контент. Что происходит? Какая-то машина перед нами просто не дает нам проехать. Ребят, ну блин, только отъехали. У меня такое ощущение, что даже нас преследует кто-то на машинах. В общем, ребят, если кому-то что-то не нравится, если кто-то мне не верит, если кто-то не хочет смотреть мои видео, пожалуйста, отпишитесь, подписывайтесь там на какие-то другие каналы. Друзья, я никого не держу. Если этот человек среди вас, который сейчас устраивает для меня эти испытания, лучше сразу скажите, пожалуйста. Ну, просто это действительно тяжело. Вы сейчас ставите нас с Димой в такие рамки, мы не можем попасть домой. Кстати, надо было бы попробовать вообще зайти домой, потому что, возможно, он даже там замки поменял. Нет, если он туда пробрался и забрал кошку. Дело в том, что, ребят, у нас 9-й этаж, и как бы, ну, мы иногда не закрываем балконы, ну, потому что очень жарко. И действительно, в нашу квартиру можно попасть через последний этаж, через балкон по веревке. Но я не думаю, что эти организаторы мистического квеста такие сумасшедшие, хотя кто их знает, что они могут на самом деле, друзья, вообще придумать. В общем, я не знаю, сейчас мы едем в очень страшное, в очень жуткое место. От одного названия у меня просто мурашки по коже. Вы не представляете, что такое заброшенная психиатрическая больница. Это самое жуткое здание. Там когда-то, еще давно, сейчас там уже мало чего, конечно, осталось, остались лишь вещи пациентов. Мы находили даже в одном из наших видео волосы. Она два раза горела. Она два раза горела, психи там, я не знаю, поджигали или что-то происходило. Там над некоторыми психопатами проводились опыты, которые, ну, скрывались. Потом там заводились кучу там уголовных дел по этому поводу. Там происходило, ну, просто огромная жесть до того момента, пока не состоялся вот второй пожар, и все, там все это забросили, всех, я не знаю, там по другим каким-то больницам распустили. Ну, это по слухам, как говорят местные жители. А сейчас, ребят, я, ну, не представляю, мы там не были уже, наверное, год с Димой. И сейчас вот по этой карточке, судя по карточке, вот по этой, где написано «Заброшенная психиатрическая больница», и судя по видео, которое мы посмотрели, мы должны, просто обязаны отправиться туда и провести там 24 часа. Что мы должны найти?
Если смотреть по этой карточке, я так понимаю, что мы должны искать что-то наподобие таких подсказок. Задания будут появляться либо на этих карточках, либо на видеоканале «Вуду Квест». В общем, ребят, это просто полная жесть. Меня всю трясет. У меня сегодня снился страшный сон. Я не понимаю. Я просто сожалею. Там, ребят, блогеры, которые смотрят. Там Диана Ди, Ани Портер, Алоэ Вера, Саша Морал. Все, кто вот в подвязке, Гэрик. Я, ребят, вам так сочувствую. То, что у вас такие... Я просто раньше думала, вот я снимаю. А то, что когда начинает какой-то псих реально за тобой охотиться и портить, и переворачивать твою жизнь с ног на голову. Ребятки, я, ну, с вами. Я вас поддерживаю. Я вас всех люблю. Мы блогеры. Мы команда, мы справимся против них всех, против этих клоунов, против мистических квестов, против Вуду квеста. Ребят, я с вами, я вас всех очень люблю и поддерживаю. И надеюсь, вы, мои подписчики, также поддерживаете и других блогеров, так же, как и меня. Всем спасибо, ребята, мы сейчас будем ехать 6 часов. Возможно, я буду в сторисах выходить с вами на связь, ребят. В общем, все вы увидите. Видео выходит каждый день на канале Рин Ясинской. Каждый день по будням видео будут выходить в 13:00, а по выходным в 10 утра. Ребят, еще раз, в 13:00, то есть это в час дня по будням, и в 10:00 по выходным, то есть это суббота, воскресенье, я буду вас ждать вашей поддержки, ваших комментариев. И давайте, пожалуйста, наберем под этим видео хотя бы 10 тысяч лайков, ребят. И я сразу буду рассказывать вам как можно больше информации в Инстаграм и в моем сообществе Ютуб. Я вас очень люблю. Вот, пока. Всем привет, ребята, меня зовут Ирина Ясинская. Сегодня мы вместе с вами посмотрим видео с канала Вуду Квест. Это, кто не знает, Вуду Квест — это какая-то игра, которую меня заставляет проходить какой-то псих в маске или в костюме Вуду. Я вообще не понимаю, что происходит. На его канале вышло видео. Я хотела сегодня вам его показать. Кто не видел, просто посмотрите вместе со мной, посмотрите достаточно внимательно, потому что мы что-то упустили, что-то мы упустили в этом видео. И не знаю, как мне быть дальше, что мне вообще делать, ребят. Я очень волнуюсь, я очень вас прошу, мои хорошие, поддержите меня, я очень вас умоляю. Я смотрела уже это видео, но сейчас вместе с вами просто мы посмотрим его все вместе. Он говорит о том, что они являются группой людей, и, то есть это не один этот человек, а их много. Я просто понимаю, что есть какие-то, ну, психи, хейтеры или кто-то, которые преследуют сейчас очень многих блогеров, таких как там Ани Портер, Диана Ди, Алоэ Веры, там тоже она проходит какой-то мистический квест, там люди в масках просто над ней с Сашей издеваются. Ребят, я просто не могу поверить, что это все и до меня дошло, что это все просто и меня коснулось, или это просто какой-то развод. Ребят, если это какой-то развод, если это кто-то из вас, те, кто смотрит меня, я вас очень прошу, ну, не нужно этого делать. Скажите сразу, что, ну, как бы, это вы, что больше не будет никаких продолжений, не будет никаких заданий, и я буду спокойно снимать там другие видео. Я просто не понимаю, для чего все вот это вот делается. И, ну, если это на самом деле правда, то группа людей, это очень много каких-то людей, которые, ну, угрожают блогерам, не знаю, может, физической расправой какой-то. Он говорит, что на мой канал поступило... Стоп! Ребят, вы видели это? Черт, мне что показалось? Мне что показалось, блин? Мне что показалось, ребят? Сейчас, погодите. Черт, сейчас я сейчас отмотаю. Короче, я же сейчас скажу, что когда, ну, вот эти вот такие полоски шипения, как будто что-то испорченное появляется... Как будто там промелькнул клоун, ну вот клоун Пеннивайз, вот, и знаете, из фильма оно как будто промелькнул, потому что, блин, может, мне почудилось, просто сейчас за всеми блогерами бегают сумасшедшие клоуны из какой-то организации, и вообще там просто творится полная жесть. Я сейчас не поняла, просто у меня Вуду квест, у меня вообще все совсем другое, у меня кукла Вуду. Ваш канал поступил, пожалуйста.
не понимаю. Нет, мне кажется, мне показалось это или нет. Я не могу, ребят, я отматываю назад, потому что я пытаюсь поймать тот момент. Сейчас. Вот, вот, вы видели этот момент? Сейчас, ребят, я просто, блин, я не знаю, как это отмотать капельку. Быстро набирайте подписчика на YouTube-платформе. Мы уверены, что это все накрутка и фальшивая подвязь. Думаю, вы догадались. Быстро набирайте подписчика на YouTube-платформе. Мы уверены, что это все накрутка и фальшивая подвязь. Думаю, вы догадались, почему у вас нет серебряной кнопки YouTube, ведь у вас уже... Ребят, вот, вот, ребят, вы видели? Там, где он говорит, на ваш канал поступила жалоба, я не могу просто нажать на паузу на телефоне. Ребят, если у вас есть такая возможность, и вы, ну, поймаете этот момент, где вот это вуду, вот этот вуду-человек, ну, как бы там проскальзывает, как бы клоун в этой картинке, если вы сможете поймать и сделать скрин вот, вот именно вот этого момента, присылайте мне его в мой инстаграм, в директ, это нижнее подчеркивание, Ирина Есенина. Или, ребят, пишите в комментариях под видео, что вы это видели. Просто, я не знаю, я просматриваю, и прям я реально вижу, что там кукла, и вот так вот смазана, и как будто клоун. Я не знаю, ребят, может, меня глючит уже, может быть, что-то такое происходит, может быть, уже просто я уже себя накручиваю, уже наворачиваю, просто уже, ну, как бы, я не знаю, у меня, я сижу на таблетках, на успокоительных, мне уже ничего просто не помогает. В общем, ребят, если это действительно то, что мне кажется, я пока не буду на этом зацикливаться. Если это действительно клоун, то, ребят, это, блин, это просто будет вообще трэш. Ну, как бы, потому что клоун, скорее всего, гораздо страшнее, чем какая-то там, не знаю, кукла вуду, или просто это какое-то, я не знаю, там, может быть, у них какое-то сообщество. Ну, короче, я не знаю, ребят, пишите то, что вы думаете в комментариях. Давайте будем смотреть дальше, что он скажет. Они говорят, что вы мои 308 тысяч подписчиков, что вы все накручены и нелегально вообще, что за бред? Моя кнопка? Ребят, вы знаете, что у меня уже 308 тысяч подписчиков, и у меня до сих пор нет моей серебряной кнопки. Я обращалась в YouTube поддержку, я писала, спрашивала, ну как бы, как так, серебряная кнопка дается там за первые 100к подписчиков. Почему у меня до сих пор нет? Я отправляла заявки, все, они писали, что мы вам отправили кнопку, а моей кнопки нет. У меня уже просто падают руки, для меня так важно было. Ребят, вы не представляете, как я давно уже на YouTube стараюсь. Для меня это первые 100 тысяч подписчиков. У меня была первая 1000 подписчиков, и я писала на этот клип. Как я рада, что вы все первые 1000 подписались, ребят. А сейчас у меня 300, блин, я не могу до сих пор получить свою эту кнопку, которую мне прислали. Все дело в том, что ее мистический квест просто... Че-то он с ней сделал. Сейчас, ребят, что он скажет-то? Это они забрали мою кнопочку, мою серебряную кнопку. Он говорит, что они не причинят нам... Мой канал? В смысле? В смысле блокировки? Он предлагает и вот эту игру. Вот канал, ребята, вот сейчас показывается канал, вот этот вот Вуду Квест, на который, ребят, я вас очень прошу, подпишитесь, пожалуйста, выполните условия этого психа, вам не сложно. Все. Все, видео закончилось.
Короче, ребят, вот такая вот сложилась у нас ситуация. То, что мне кажется, что эта маска перемещается в клоуна, и то, что мне кажется, что, ну, просто я не знаю, как вы видите, что я уже второй день записываю видео в машине, потому что я не могу вернуться никак домой, мне реально страшно, дом сейчас никого нет, там только, ну, кошка моя, кнопка, и все, ну, как бы, вот нужно вернуться за ней, забрать ее, что-то думать, куда-то переезжать, что-то делать, я не знаю, видео, новых каких-то пока заданий, ну, не поступало, единственное, что он просит всех вас, всех, кто смотрит, всех, кто любит меня, и я вас очень сильно прошу, мои зайчики, мои любимые, пожалуйста, я вас тоже очень всех сильно люблю, пожалуйста, подпишитесь на этот канал Вуду Квест, ребятки, поддержите меня, потому что для меня наступает сложный момент в моей жизни, и мне придется очень сложно сейчас все это время, и я надеюсь, что Дима будет со мной рядом, просто сейчас у него нет такой возможности находиться со мной рядом, мы с ним поругались из-за этого квеста. И теперь он не может, ну, не хочет вообще ни в чем в этом участвовать. Но я надеюсь, что все-таки все будет хорошо. И я с ним договорюсь. Просто это вообще, ну, мне очень сложно, ребят, сейчас говорить. Я не знаю, как бы, что, как я буду делать. Я надеюсь, что вы поддержите, что я соберусь силами. Что, блин, я понимаю, что вы меня никогда такой не видели. Вы думаете, блин, что Ирина Ясинская такая сильная, все сможет и любого духа победит. А в итоге, когда все по-настоящему начинается, вот эти все преследования, у меня уже просто не выдерживают никакие нервы. Вы меня простите, пожалуйста, что я так открыта перед вами, что я так откровенно обо всем рассказываю, то, что я стараюсь держаться, я стараюсь не сильно плакать. Я просто не знаю, что будет дальше с моим каналом, и как мы дальше будем с вами видеться, и как мы дальше будем с вами вообще двигаться. Я не знаю, что это за квест, я не знаю, что они хотят. И если, ребят, это действительно будет что-то связано с этим психопатом-клоуном, я вас очень прошу, защитить меня. Я вас никогда ни о чем не просила, просто снимала веселые видео, но я никак не думала, что все так может повернуться, что какая-то долбанная организация просто захочет мой канал удалить, и все, и смысл моей жизни — это вы. Я вас очень люблю. Короче, ребята, это видео, походу, я выложу прямо сегодня, так как я его записываю прямо сегодня, в субботу. И я не знаю, что будет дальше, потому что мы сейчас отправимся домой. Я заберу свою кошку, кнопку, я не знаю, уедем из этого города куда-нибудь. Просто уедем. Я надеюсь, что мы с Димой помиримся и уедем. Я вас очень Привет, ребята, меня зовут Ирина Ясинская, и сегодня мы будем делать куклу Вуду на Аннабель. Итак, мы оденем волосы на эту куклу, вот так, чтобы она была более уже похожа на куклу Аннабель. Итак, нам нужна свеча. Не хочет даже свеча загораться. Так, свеча обязательно. Так. Кукла Аннабель, покинь свой мир и вселись в эту куклу Вуду. Кукла Аннабель, покинь свой мир и вселись в эту куклу Вуду. Кукла Аннабель, покинь свой мир и вселись в эту куклу Вуду. Кукла Аннабель, покинь свой мир и вселись в эту куклу Вуду. Кукла Аннабель, покинь свой мир и вселись в эту куклу Вуду. Кукла Аннабель, покинь свой мир и вселись в эту куклу Вуду.
До завершения обряда мы немножечко нагреем этот гвоздь. Видите, какая чернота идет? Просто жесть. И воткнем кукле Вуду, которую мы заговорили на куклу Аннабель, прямо в сердце. Итак, вы готовы? Раз, два, три. Сердце! Черт! Что-то не так пошло! Черт! Я не знаю, что происходит! Жжет вот здесь! Жжет! Жжет! Где-то? Больно вот здесь! Жжет очень сильно! Дышать не могу! Завершить обряд, надо если вынуть все шпильки. Дим, я походу была в потустороннем мире. Видела? Меня перенесло, я видела Аннабель. Она, я не знаю, то ли она смогла противиться этой кукле Вуду, она что-то бросила. Сюда, посмотри, мне здесь что-то жжет, что-то горит здесь. Что-то сжет здесь, Дим, я не знаю. Покажи, покажи. Надо завершить обряд, надо изгнать ее отсюда. У меня что-то. Я боюсь открывать руку. Покажи. Мне кажется, она что-то обожгла меня. Это как ожог. Я боюсь, она меня изуродовала. Блин, давай завершим обряд, потом я все покажу.
куклу Вуду. Покинь. Аннабель, покинь куклу Вуду. Аннабель, покинь куклу Вуду. Аннабель, покинь куклу Вуду. Аннабель, покинь куклу Вуду. Все, 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 все. Пожалуйста, 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 пожалуйста. Черт. Кажется, она меня обожгла, она меня изуродовала, Дим. Что? Что у тебя там с сердцем? Не знаю, она же обожгла меня. Успокойся, успокойся, нервничай. Блин, я теперь уродина, я уродка, она обожгла мне грудь. Покажи. У меня там ожог горит, все. Чем-то надо помазать, маслом или чем. Я не могу. Смотри. Нет. Это просто жесть какая-то. У тебя глаз. Что? Да болит, все покраснело. Я не знаю. Я что это вот такое? Я не знаю, как от этого избавиться. Дим, ну что ты молчишь, дай что-нибудь, надо... масло, что-нибудь, крем какой-нибудь. Как мне избавиться от этого теперь? Это просто жесть какая-то. Да чего смотреть? Боль адская, говорю. Больно. Чего смотреть? Я не знаю. Я не знаю, что делать-то, блин. Жжет, говорю, больно. Жжет, больно. Черт. От тебя, как всегда, ничего не добьешься. Подожди, давай забинтуем. Чем? Давай бинт. Маслом надо смазать или чем? Попробовать оттереть. Успокойся, успокойся. Она не отмывается, ничего. Черт. Что вы? Чего мне теперь ходить с этой меткой? Я не понимаю. Это третий глаз. Господи, это какой-то ужас. Это какое-то проклятие. Это... Закрой глаза. Это проклятие, Аннабель. Ты что-то видишь? Я ничего не вижу, я закончила обряд. Пипец, мне что теперь с этим ожогом ходить? Блин, жесть просто. Слушай, оно как-то проходит. У меня прям такое, такая, так горело. В общем, я ушла в посторонний мир. Она была там, я ее видела, была Аннабель. Но она, я не могла ей управлять, понимаешь? Куклу Вуду для того и делают заговор, чтобы... Ну, как-то я могла противостоять Аннабель, а получилось, что я наоборот ей что ли какую-то силу придала. И она в меня что-то швырнула прям руками. И у меня очень вот здесь зажгло, и теперь у меня какая-то метка. Это проклятие. Это какое-то проклятие. Это метка проклятие. Что теперь будет? Избавиться от нее, успокойся. А, как от нее избавиться? Я не знаю, что делать, как избавиться от проклятия. Я не знаю, ребят, если вы знаете, как избавиться от черных меток или от проклятия, существует ли какой-то способ, помогите мне, пожалуйста, поищите в интернете. Я не знаю, что теперь делать, ребят, пожалуйста, помогите. Я вас всех очень люблю. С вами была Королева Мистики. Всем пока. Ребята, меня зовут Ирина Ясинская, и вы проголосовали за то, чтобы я заговорила куклу Вуду на Пеннивайза. То есть сейчас мы будем делать куклу Вуду, и она будет оживать в виде Пеннивайза, и после чего мы будем над ним издеваться, так же, как он издевался над всеми нами все это время. Ребят, я придумала такой способ для заговора куклы Вуду, чтобы он был более действенным. Сейчас мы распечатываем изображение клоуна Пеннивайза, после чего мы его прикрепим с вами к кукле Вуду, которую я уже заранее подготовила. Но, ребята, уже магия этой куклы Вуду исчерпывает себя. Пора уже делать новую куклу Вуду, потому что что-то как-то мне кажется, что ну, уже пора делать новую, потому что старая кукла Вуду уже
плохо срабатывает и плохо призывает. Ведь в предыдущем видео я заговорила куклу Вуду на куклу Аннабель. Если вы не видели это видео, после просмотра этого видео перейдите и посмотрите по ссылке в описании или в конечных заставках будет это видео, где я заговорила куклу Вуду на куклу Аннабель. Очень, кстати, крутое видео получилось, мистическое, страшное, все как вы любите. Ребята, и пишите, какого призрака, духа или, я не знаю, там, существа заговорить на куклу Вуду, и которое существо соберет наибольшее количество лайков, того я буду заговаривать на куклу Вуду. Итак, обряд достаточно простой, потому что куклу Вуду у нас уже готова. Мы на ее лицо просто поставим изображение Пеннивайза и скажем, произнесем заклинание. Блин, забыла самое главное, свечку надо зажечь. Сейчас, секунду. Свечи, 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 свечи. Достаточно хотя бы одной свечки. Так, ребята. Клоун Пеннивайз, покинь свой мир и вселись в эту куклу Вуду. Клоун Пеннивайз, покинь свой мир и вселись в эту куклу Вуду. Клоун Пеннивайз, покинь свой мир и вселись в эту куклу Вуду. Жесть, Дим, смотри! У него изо лба течет кровь! Где? Не может быть! У него изо лба идет кровь! Я проткнула ему, смотри! Нет, нет. Офигеть! Блин, я испачкалась в его крови, это просто жесть! Моя кровь или его? Его, его! Я просто испачкалась, мне срочно нужны еще булавы, где они? Это просто жесть! Я проткнула его голову, и оттуда потекла кровь, я не верю в это! Дим, это просто бред, жесть какая-то! Обалдеть, короче говоря, я так понимаю, что сейчас должен появиться клоун Пеннивайз. Итак, еще раз, клоун Пеннивайз, покинь свой мир и вселись в эту куклу Вуду. А, жесть, это просто жесть, ребята. Итак, и сейчас в самое сердце я произношу последний раз, и клоун Пеннивайз появится прямо перед нами. Итак, клоун Пеннивайз, покинь свой мир и вселись в эту куклу Вуду. Ты слышишь? В коридоре что-то есть. Ты свет включала? Клоун, это ты? Клоун, это ты? А, жесть, это клоун Пеннивайз прямо стоит передо мной. Дима, слушай, я не знаю, что делать. Смотри, смотри, покажи это. Жесть, я прямо сейчас вижу его перед собой. Это просто жесть. Ребята, вы видите, это клоун Пеннивайз. Жесть, просто он хочет на меня напасть. Уходи отсюда, клоун, уходи. Уходи, уходи. Жесть, ребята, он пытается... Опасть! Жесть! Это просто! Что делать? Что делать? Уходи! У меня кукла Вуду заговоренная на тебя! Уходи прочь! Уходи отсюда! Уходи! Убирайся! Ребят, что делать? Пипец! У меня дома клоун Пеннивайз! Я придумала, ребята! Раз у нас кукла Вуду призвала к нам клоуна Пеннивайза, значит, я могу управлять им! Сейчас я буду отталкивать его! Уходи! Уходи! Уходи, смотрите, он танцует, мне кажется, что у нас получается, ребята. У меня возникла идея, давайте отрежем руку куклы Вуди и посмотрим, что будет с клоуном Пеннивайзом прямо сейчас. Смотрите, ребята, мне кажется, ему больно. Нет, я не могу отрезать, у меня не хватает сил. Смотрите, как он корчится от боли, ему больно. Я отрезаю ему руку. Жесть, ребята, смотрите, это просто жесть. Ребята, это просто жесть, смотрите, из куклы Вуду начинает течь кровь. Жесть, посмотрите, сейчас я отрежу ему руку. Что творится с клоуном Пеннивайзом, ему больно, смотрите. Это должно сработать. О, боже, смотрите, у клоуна нет руки, я отрезала ему руку. Он просто без руки, это просто жесть, ребята. Посмотрите, у клоуна нет одной руки. Я просто в шоке, ребята. Давайте вторую руку отрежем клоуну Пеннивайзу. О, жесть, сколько хлама сыпется из этой куклы Вуду. А, черт, что происходит? Я не могу отрезать вторую руку. Он сопротивляется. Ребят, посмотрите, что происходит с клоуном. Ему очень больно. Но мы отрежем ему эту руку и вторую. Он получит за все, за всех тех, кто нас обижал. Клоун Пеннивайз.
Вот так тебе сейчас я отрежу ему руку. Смотрите, ребята, что происходит с этим проклятым чокнутым клоуном. Все, ребята, почти готово. Наш клоун Пеннивайз теперь без рук. Вернее, эту куклу Вуду осталось совсем без рук. Посмотрите, он корчится от боли. Что происходит? Его руки опять отросли, этот чертов клоун не поддается вуду магии. Ребята, что делать? У меня нет другого выбора, ребята. Мы должны завершить обряд скорее, ребята. Я не знаю, что делать. Черт подери-ка, как избавиться от этого клоуна? У меня есть заклинание, я вспомнила. Сейчас мы будем с ним бороться с помощью магии. Я не знаю, что теперь делать. Как нам избавиться? У него заново отросли руки. Этого просто не может быть. Он как-то смог выбраться из этой куклы Вуду. Я не знаю, что сейчас делать. Ребят, мне плохо. Ребята, вы видите, ему тоже плохо. Что это значит? Он вселился в меня, что если мне плохо, то ему плохо. То есть, если я убью себя, умрет и Пеннивайз. Может быть, это сделать как-то понарошку. Давайте я задержу прямо сейчас дыхание на 10 секунд. Может быть, тогда клоун Пеннивайз умрет. Получился клоун Пеннивайз, подумал, что я умерла, и он исчез. Это просто жесть, ребята. Клоун и вуду маги, это просто самый трэш какой-то. Я отрезала ему руки, а он все равно один фиг отрастил их и вернулся. Вы видели, ребята, это просто какая-то жесть. Итак, ребята, у нас получилось избавиться от клоуна Пеннивайз. Если вам понравилось видео, то не забывай подписываться на мой канал и на мой второй канал Есинская ПС. А с вами была Королева Мистики. Я вас очень люблю. До новых встреч в новых мистических видео. Пока! Ирина, тебе звонят. Тебе звонил куклу Вуду. О, походу, я, короче, хотела видос снимать и закемарила. Что ты вообще хотела делать? Посмотри, у тебя иголки, свечка, маленькая куклу Вуду. Да нет, я...
очень долго сидела, думала, какое видео снять, и просто, наверное, заснула. А что с телефоном? Мне казалось, что кто-то звонил. Мне кто-то звонил? Да, кукла Вуд тебе звонила. Ты что гонишь? Нет, ничего. Вот, пропущенные. Нет, ни одних пропущенных. Странно. Что это вообще было? Ты вызывала куклу Вуду или нет? Да нет, я... Че ты орешь-то? Погоди. Раз уж ты снимаешь. Всем привет, ребята. Меня зовут Ирина Ясинская, и я очень долго копалась в интернете и думала, ну, как лучше заговорить куклу Вуду, чтобы это было действительно прям очень мощное такое заклинание. Я помню, что только я нашла что-то, и когда я взяла эту куклу, которую я сделала, кстати, внутри этой куклы, она необычная кукла, то, что я прочитала, внутри этой куклы соль. И если действительно что-то пойдет не так, то эту куклу можно разрезать, высыпать из нее соль, и если соль будет черная, значит, действительно в ней существовал какой-то злой дух. Вот, поэтому в эту куклу Вуду я засыпала, ну, соль. Черт! Что происходит? Я этого не писала. Что там написано? Я этого не писала, Дим, я не писала на этой кукле ничего. Что происходит? Амалия? Кто это? У тебя есть знакомый с именем Амалия? Нет. Я ничего не понимаю, я просто, ну, сделала эту куклу и приготовила, я хотела делать заговор. Я ничего, клянусь, я ничего такого не писала, Дим. Я не писала этого имени, я не писала ты этого имени. Ты эту куклу на Амалию, ты понимаешь это? То есть ты хочешь сказать, что я уснула, или кто-то сделал так, чтобы я уснула? И написала, заговорила эту куклу на какую-то, черт возьми, Амалию. Что за бред? На какую Амалию? У меня нет вообще людей, друзей, связанных с этим именем. Дим, планшетка пропала, Дим. У меня была планшетка, я хотела делать нормальный обряд. Господи. Фу, слава богу. Видимо, я сама ее туда убрала. Блин, что это вообще за бред происходит? Так, погоди, мне надо разобраться. Амалия. Амалия, если со мной все хорошо, ничего не произошло, и это имя появилось на этой кукле Вуди, значит, что-то с этим именем связано. Погоди. Погоди одну секунду. Блин. Кто-то хотел тебя подставить. Привет, Алиса. Бонжур. Алиса, заговор куклы Вуду на Амалия. Ищу ответ. Подожди. В маленьком городке в штате Техаса у одной семьи был один ребенок. Девочка. Амалия. Маленькая девочка. Она жила совсем недолго. Но однажды ее подруги решили подшутить над ней. И сделали обряд на куклу Вуду, которую они назвали именем Амалия. Полицейские не обращают внимания на то, что говорят подростки, и считают полным бредом. Но родители девочки не раз обращались к людям, которые связаны с потусторонней силой. И по их словам,
Вуду. Вуду. Куклу Вуду. Заговорили на Амалию. И теперь ее душа перемещается из куклы в куклу. Там, где ей лучше. Если... Что? Черт. Что происходит? Черт, черт, черт! Черт, сел! Блин! Как не вовремя. Что за чертовщина? Амалия. Почему-то мне кажется, что именно она вселилась в эту куклу. Она выбирала и, возможно, выбрала именно нас. Я не знаю, что делать. Давай попробуем вызвать Амалию. Не переживай. Все. Ты слышишь? На кухне. Все будет хорошо, Амалия. Будь здесь. Эй! Здесь кто-нибудь есть? Амалия, это ты? Кто здесь? Черт возьми! Дим, мне страшно. Ты слышишь? На кухне кто-то есть. Не переживай. Ирина, что там? Ты видишь это? Я не вижу, я чувствую. Я чувствую. Там кто-то есть? Что там кто-то есть? Успокойся, успокойся. Чего ты меня пугаешь? Ты что, не видела этого? Черт возьми! Ты увидела кого-то? Мне показалось, руки показал. Казалось. Я должна успокоиться. Этого просто не может быть. Ведь мы живем не в Америке. Она не могла. Хотя что ей может мешать переселяться во время? Кто ты? Кто ты? Ответь, ты. Амалия? Ты слышишь? Что за чертовщина? Что там может быть? Это она. Амалия, не бойся. Мы поможем тебе, если это ты. Можно мы войдем? Можно мы войдем? Я не знаю, она против или за. Амалия, не переживай. Все будет хорошо. Можно мы войдем? Черт. Черт. Надо заходить. Успокойся. Раз. Два. Три. Здесь произошло. Черт. Ирина, очнись. Ирина, очнись. Ты видела? Куда оно делось?
Успокойся, успокойся, успокойся. Куда оно делось? Что это? Дима, что это? Я не знаю, что это было. Что это? Что это? Не хочу. Я не хочу. Амалия, это ты? Черт возьми, что происходит? О, Боже. Нет, 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 откуда они здесь? Как ловуду. Девочка. Черт, это что, девочка и мальчик? Мальчик. Горбатом пруду дочка была у него. Ай-лю-лю. Вдруг тот горбач... Происходит откуда? Нет! Кто здесь? Я не дам тебе ее, слышишь? Ты чертов ублюдок! Что ты хочешь? Отпусти ее! Я тебе помогу, Амалия. Дим, это все следы что-то значат. Все эти бумажные куклы Вуду что-то значат. На них должны быть подсказки, хоть что-нибудь, хоть какой-то знак. Черт! Не может же быть просто так. Куда они ведут эти следы? Что происходит? Я верю, что ты спасешь меня. Я верю, что ты... мою душу. Ирина, ты что-нибудь видишь? Амалия!
Кто ты? Кто ты такой? Что тебе нужно? Не подходи ко мне! Тише! Что тебе нужно? Убирайся! Я ничего не сделала! Ты знаешь, что такое Амалия, да? Ты знаешь, кто такая Амалия? Ты чертов ублюдок! Это ты с ней сделал! Это ты с ней сделал! Я тебя уничтожу! Я тебя уничтожу! Нет!